еще Микота подходит под Аркейн руны. Хороший телекинез, неплохой. Но, скорее всего, его не отпустят банально, потому что у него ТП-шка на кулдауне. Но стоит ли вот так долго Микота гоняться вообще за этим Рубиком? Вот это вопрос. Я думаю, да, потому что у него гейм сейчас как раз запушит пак. И... типа он ничего не потерял. По сути, только заработал. Окей. Сейчас может умереть СФ, кстати. Танецов. Так, на топе Мада забирает. Вот это уже неприятно. И это уже... всем критичный Брайл погибает на центре гора, потому что им теряют СМ. Дубу должен отсюда уходить. 7-й левел. Там винтом берут. Шекер на дагер. Ай-яй-яй. Нет, Микота не. 4000 на Тварс у него. Как ты, да, я предполагал. Вопрос, стоит тратить на этот день. Интересно, кто... да, кто... игра, знаешь, подуспокоилась, то, что будет делать. Ага. Надо сейвиться. О, конечно, сейвиться мне очень хочется, хотя... Да, сейчас, ну, друг... Я чувствую, что Микота теперь будет более настойчивым и забирать этого героя, но как так? Ладно, окей, минус 2, тем не менее. Выбили Аегис хайп после байбека. Таймер идет. Минута 20 до Рошана. И вот сейчас наконец-то файт за Рошана, который мы так долго ждали. Есть варды у дизраптора. Поставите. Ура, я, слушай, еще погатился Микота. Рубик тут же ворует, но ворует он уже крэш. А, нет. А, не ультимативная способность с Валорой берется. Погибает Фил, погибает Мунминдер. Снайпер. Снайпер наваливает нормально, кстати, БКБшки, но... Опа, перебивает. Летает Сейверлайт после байбек и просто на телепорте. Ой, а Брайл тут еще? Ну, возможно, хайды забирают. Форсы размазаны, да, по корам. Тем не менее. Ну, плюс еще на саппортах, чтобы не вернуться. Ну, талоном, чтобы закончить, хорошо постараться. Так, ну, хорошо, подсейвил здесь Рубик. Отлично, шардом, да? Телекинезия откинул, и как уже проблема у 23-х Сэвэджа. БКБшки, правда, дерется до конца. Вот он нормально наваливает, и фисурка снова. И как всегда, он оказывается там, где должен быть. Суммарно минус 4. Оформляет. Идет Аегис, а он хочет разменять Аегис. Хочет разменять Аегис, команда БКБ еще нажимает. Гранатки у него нет, поэтому придется просто драться. До конца, и тимбайк. И что, хотят по центру зайти? Но от минуса. Поздновато дает ему. Пожалел. О, его вернут. Ну и да, здесь уже должны забирать. Однако Микота застревает там. Ну есть блин. Падение на пака. Можно Брайла просто не выпустить из контроля. Нет, не получилось. Ну, удачно. Снайпер чуть не убил Сефа. Между прочим. Да он тут... По идее, снайпер может всех. Ну вот заходить на хайграунд, когда снайпер живой, достаточно сложно. Ну реально. Забрал. Он может там откачить. Radiant's bottom tower is under attack. Ну, ладно, нет и нет. Видимо, не видит в этом необходимости. А талоны, да, талоны чуть призадумались. Что нам теперь делать? Хорошо, 20 тысяч идем! И есть отличный таргет для фрага! Это Брайл, которого нет байбэка. Это тот самый шейкер, который фармил. Очень много делает, кстати. Прихота, прихота. Тут опасно, это снайпер стреляет. Шейкер, тяжка отдумать. Яй, снова Кисура. Снова Дом. И Дом, кстати, своровал его без Дом, но теряет баллер. Тимаду что, успевает еще? Нет, тут не успевает. Байбека нет, но нужно идти как бы форсить этот байбек. А на самом деле,
ультимейт. Но... Забашит, то пак умрет. Забашит. Но нет. Спасает. И при этом все равно покатился. Окей, но здесь Глипс на Сейдерлайта, а прыгает вперед при этом. Конец. Что происходит вообще? Драка как-то растягивается. Ладно, что делает. Может, там погибнет и снова Кью и Хаслэм, правда, потому что снайпер получает дум. Снайпер получает фиссуру. Его буквально зажимают в этом уголочке, но он все равно стреляет, и он погибает. Дум. Есть второй дум. Чего-то забоялся дать его Дрейкера. Потому что есть таргет пенти. It matters not to me. Сейчас просто пойдут на Рошана. А что вообще ТСМ делать-то тут? Я не знаю, как... Вот посмотри, что, как им Тимада защищать? Вот если они идут, например, сейчас драться на Рошана. Нужно ли им вообще драться идти? Ой, тут... Ландайнг склеивается. Байбэк! А думал, они все-таки хотят попробовать подраться за Рошана, успеют ли сюда прибежать? Пока что непонятно. Один из сет. Нормально, кстати, давай. Байбэк последней надежды. Да, байбэк, смог, все, последней надежды. Пробует, получится, не получится. Забирают Аегис, суши на всякий случай. И приходится уже отступать, будут играть от хайграунда. Что делать? Или попробовать здесь подцепить эту дубу после байбека. Я напоминаю, 80 секунд без него. 30 секунд появляется до появления андайнга. Тиммейт у него пока что на кулдауне. Байбек есть. Снайпера. Да, но здесь подцепили Сейберла. Это хорошо. Немножко успевает. О, бис. О, хорошо. Дум. Думай. Давайте. Вроде как так хватает дэмэджа, но не хватает. Лопается Монминдер. У него байбека нет. Саппорты взрываются от дэмэджа. Сэпа. Кем выпадает, забирает себе. Подцепили Брайла. Да, и здесь снайпер. Снайперу тут на дух плюс не заходит. Он стоит, спокойно наваливает, но это хоккей, понимаешь? Вот уже шанс. Абсолютно. Victory! 0.